Сегодня он вряд ли появится. Если он не пойдет. Ну, короче, это. Все, я тут это самое. Значит, как обычно, я первый на боссе, Вилаша второй, Рарник третий. Но мальфицист на этом. В принципе, все вы там знаете. Там кто-то релогается. Притона зашел на 30 минут. Так что без него бьем. Угу. Надо на эти, на метки поставить. Да, сейчас поставлю. На кубы. Ага, так, звезда. Ну, кубы 5 плюсов. Плюсаните, кто там уверен в себе. Дайте лавку друиды, что не вижу. Звезда моя. Иди отсюда, иди отсюда, старая бабка. Ты ж портал уже стоит, занят. Брысь отсюда, бабка. Я тут стою с самого начала, иди отсюда. Куда ты там, он реально, на звездочку? Да. Так, звездочка. Кто еще там плюсовал? Викторка, два соска. Видите, будешь так. На кубах стоять. Кружок, два соска. Викторка, ромбик. А ща маг зайдет, там этот, 250 какой-то. Ну, ага. Тоже в гильдии у нас все как бы. И еще два тела на куб. Че, самому называть, да? Водикон, тогда треугольник. И кто там еще есть? Нормальный челик. Ямика, прожимаешь кубы? Нормально? Да, наверное, если не пролагнет, то прожмем. Здрасте. Здорово. Подлагать может, да, говоришь? Бывает. Да, у меня бывает, подфриживает. Ну тогда давай этот, ликоншок, не подлагиваешь, Элим? Ликоншок. Ладно, раз не стоял, я буду три буквы называть. Не подлагиваешь, маг? Я тут первый раз. Хорошо, One Cent, твой триумф. У тебя персов много, ты по-любому скиллованный, да? Ты же стоял на локе, это по-любому инфосотка. Чё там, кто-то... Ликоношок в Элима, да? Да, он в Элиме, я Акису закинул в хилопатии. Не, или Призена. Не, Акису, он в пятый. А Призена я в этом, в Венхе оставил. Я плюсанул. Угу, даю пати. Дайте шкаф. Ну, магов хорошо. Я первый раз, если что. А, просто бей босса, там будет печать Мактеризона вешаться на тебя. Когда она заканчивается, секунда остается, стопай косты все. Если не стопнешь, сожжется половина маны и нанесется урон в количестве от сожженной маны. Вот, и выходить из лужи, это все, что надо знать. Еще будет проклятие диспелить здесь, когда демоны выходят. И на королях потом будет проклятие, подиспелишь. И все. И бить босса, и все. И трэш бить. Когда трэш появляется, сначала трэш, потом босс. Вот и все. На стой масло и пить. Масло намажь. Все, пейте, ешьте. Ну, рыбу для одного мага уж ставить не будем. Давай так, начнем. Проверка и начнем. Так, Серафим, новые люди какие-то. Так, все кроме Притона готовы. Я дальнего пульну, танки уже пуляйте без отчета. Здесь припоты не нужны. Максимально уеду. Пуляйте по бокам с луны там. Ага. Сейчас фул на пулы даем. И максимально ОВЕ. Пытаемся сделать так, чтобы у нас умерли все мобы и големы в том числе. И мы еще выбили припот на босса. Так что максимально ОВЕшим. Когда 2-3 моба останутся у этих чаротворцев, тогда уже можно будет точно умирать. Пока что ОВЕ даю. Так, кто там больше всех дает? Короче, их истории дал истерию. Так, сейчас войско кастану. Даунти рарник там с два соска. Бисер с выпсинем. Ферните мобов лишних, а, чтобы мы уешили именно вот этих чародворцев. Вары тоже можете фернуть этих гусей. Все, уже чаротворцев выбирайте конкретно. Черепок. Что там, 40 секунд до активации. Вот чаротворцы, череп выберите, убейте, и там еще вон. Так, этого убили. Вон еще остался один. Вот я его грипнул. Последний, что ли?
вроде как последний. Ну еще у нас 5 секунд активации. Все, можете этим мобов тогда забить, хуй. Че, я забираю босса. Все, давайте Геру. Вот по таунчевым мобов, дай бдилку по мне. Потом это на Эвилашу перевешай бдилку, чтобы ему 3% срезалось, он послабее одет. Все, можешь уже на него перевешать. И пускай до конца боя на нем будет. Все, сейчас мобы 2 через 5 секунд исчезнут. Следующий рарник, после него я. Прожимки не жалеем, Эвилаша. Если смотришь, прожимок нет, там крови вампира или трини, незыбку прям отдавай подкаст сокрушительного, на всякий случай, не жалей прям. Вот обратите внимание, печать Мактеридона на кого повешалась, отследите на себе дебаф этот. Я тут... Когда заканчивается, стоп эти каст. Пушка 5. Готовьтесь по кубам, встайте. Сейчас каст закончится. Нажимаем кубы. Скелеты. Все, отпускаем. Так, Севилаши забирает рарник. Все переключились в скелетов. Так, первого грипну. Сейчас Буря-бай, которого грипну, начинай ферять. Да, лаковый милики, фулл ДПС подниму возле босса, ауешим. С рарника готовишь забирать. Фулл ДПС. РДД все переключились. Еще одного скелета, вон милики подошел. Феряй, Буря-бай его. Айновен тоже феряй. Лучше моб пофиряется, чем шотнет полрейда. Вот эти волны, от них отходите. Так, сейчас меня подхиливаем. Нормально. Скелетов все еще... Хуярьте все скелетов. После них уже босса будут бить. Все, последний скелет разъебите его. Так, бисер. Ямика. Сейчас скелеты... А, там два скелета. Все в скелетов играйте. Сейчас. Ага, щиток сразу себе. Блять. Этот самый... Кто это резал? Ямика? Вадикон, ресей. Вадикон... Не, синтек. Кубы нажимаем. Еще куб. Ромбик быстрее. Все, отпускаем. Вадикон, ресей, Канину. Ну, в четвертой пати, короче, кто-то там. Опять скелеты. Так, отходим с боссом подальше отсюда, чтобы скелеты вас хуйней этой не убили. На волны вот эти не стойте, отходите от них. Все, все переключитесь скелетов. Играйте их как-то более быстро. Вон там скелет. Там один под босса отпустил его, забирайте. Гурибай, давай феряй его, ему оковы дал, милики разъебывайте. Так, рарник забирает. Каску лапу пристабав обновите по рарнику. РДД по тем трем скелетам. Сейчас еще одного грибнише Вилаша. С рарника когда заберу. Так, забрал. Даю Т4. Гриппа еще одного скелета сюда миликом. А то они на боссе прохлаждаются. Сферяй его, Гурибай. Все, и третьего, четвертого там добиваете. Так, все. 5 секунд. По кубам вставайте возле кубов. Бесы, отлично. Фулл ДПС по боссу. Все, отпускайте, нажали нормально. Все, пусть босс пока в центре стоит. Я еще заберу, тоже буду в центре еще стоять. Пока все выйдут. Так, забрал. Когда будешь с меня забирать, Эвилаша, поведешь туда. Все, можно, можно идти. Все, веди к мобам. Босса в мобов ставь, фулл ДПС босса и мобов. Будем переводить, когда маленьких зальем. Фулл ДПС по маленьким. Фулл АОЕ даем. Макс до, блядь.
Грипнул моба тут. Давайте готовьтесь еще стан дать. Вон там что-то моб маленький, РДДшники разбейте его. Возле босса тут милики добьют. Короче, фулл ДПС по боссу будем переводить. Так, маму измените. Луну, луну. А бесы, бесы взорвались. Все, все, взорвались. Надо падать. Да. Там на всякий случай, если что, вот у нас есть паладины. Буребай, кто там, Рарник, Айневен. Вот когда этих бесов бьем, вы встаете возле них, исполняете там, дамажите. Когда у них мало хп, они начинают кастовать взрыв. Да это я, там любой надо, чтоб один только сдал, а у них потом может быть это как-то. Они быстрее и быстрее будут кастовать. Да, да, деменейшим может быть. Там один стан надо дать. Стан не на пол хп, когда у них, а когда они начали... Может, я буду собирать, а что-то они от него убегали? Убегают, потому что их еще бьют в этот момент, блядь. Они бегут в разные стороны. Дичь, короче, какая-то, блядь. Ну и на пол, наверное, нужен мне на них, когда я их собираю. Там самое главное, когда стоишь возле портала, вот это увидеть точку, с которой они выходят, и хотя бы автоатаку одну давать. Ну, на варе там сокрушение самое простое давать. И они сразу не, на тебе будут останавливаться. Тем не менее, все равно. То есть я пока одному даю, второго... Ладно, хорошо. Третьим на боссе его... тогда будешь рарник на трэше. Его тыкают, короче, и он просто убегает, блядь, на РДДшников. Знаете, нахуя их вообще бить, блядь, когда их еще не собрали? Они... Я не знаю, может... Если они от меня отбегают чуть-чуть, то начинается... Они третий на боссе, рарник на трэше. Все, бегите сюда. Похуй. На трэше выдавай сетаса или в кота, потому что шеда нету урона вообще. Там хоть кем танчишь, все равно надо стараться остановить. Вот моб вышел, появился, надо стараться в него автоатаку переключить свою. Я палом тоже танчил. Такая же хуйня. Хоть как-то там, они идут один хуй на рейд. У них с пула гро появляется на рейд куда-то. Они идут, там кого захиливают. На этих людей. Тут рыба стоит, бегите быстрее. Линканите ДПС. Или скрин ебаните в дис, что там с ДПСом. Это поебень, да? А скрин можно в этот во флудилку? Тут 9 человек всего. Вот, в хп ебанутся, кто стою вообще чилю просто. Полики, ну, у кого там рекаунт есть принтскрин, нажмите Shift Insert во флудилку в DC. То интересно, кто там. Че ты говоришь, чилишь? Мы можем мне хоть в говенное хп ебануться, потому что на холике присте я просто стою чилю. Ну то есть. Толку с меня. Да есть, чиль, но... чиль, там на переходке будет побольше АОЕ идти, там поможешь. Ну ладно, смотрите. Все, проверкой начнем. Чиль лучше. Ямика, Буребай. Мобов посерьезнее играйте, как-то скелеты, мне кажется, долго живут. Че там дали скрин? Нет, никто не дал, понятно. Малифицист готов? Фулриба, знаете? Фулриба. Сейчас, секунду. Третьим, короче, после Эвилаши забираешь. На боссе стоишь. Там вообще прожимки не жалеешь, ВВ, там крик. Всю хуйню. Готов, нет? Да, я все готов. Пулять ему бы в дальнего грипну. Ой, блядь, ну криво побежал.
Так, первое войско сдал, там секунд через 20 можешь и Велаша тоже сдать. Исцеление тьмой там, когда выбрали в цель, сбиваем исцеление тьмой. Если видите, что кто-то сбивает еще, там другого постарайтесь выбрать цель чертворца. Сейчас получше, у нас даже время на припот останется. Вот так и надо. Вот и у нас 15 секунд, вот спокойно даже ману резать. Семь секунд до активации. 5, 4, 3, 2, 1, пейте припот. А вот все. Если кто выпил, нормально. Если КД повешалось, ничего страшного. Да. На печеньке лужа, надо будет ее похилить. Ну, синтек закинь на него там жизни светов на косте. Все, уже нет, нормально. Там все ушло. Так, мне главное мальфициста не проебать, блядь. Надеюсь, это будет не скелетом, блядь. Заебали эти скелеты. Вспышка. Готовимся возле кубов, сейчас закончится. Скелеты, скелеты. Вот, нажимаем кубы. Все, отпускаете. Все, через на скелетов переключите внимание сейчас. Так. Я первого грипну черепок, буряба его фиряешь. Фулл ДПС милики по нему, разбить его. Станы ему, фир. Готовлю забирать. У нас сдохло. Так, что у нас там? Ямика, иди резай Ванцента. Ямику захильте. Вы что, на печати Мактеридона не стопаете, блядь? Нет, я просто, блядь, к мобам блинканул слишком быстро. Близко. А, от мобов, точно, я понял. Мобов играйтесь быстрее. Блять, у меня грипп уже откатился. Черепок гриппы, буребай, это фиряй его. Милики разъебываем. Станы ему. Так, готовлюсь забирать дальше. Всем привет, вы куда пошли? Здорово, грул маги, гер, не мешай. Разъебывайте два моба быстрее. Ты какую-то прожимку отдал, я чуть поздно затаунтил. Вспышка скоро. Готовимся. Скелетов разъебывайте быстрее уже. Все, бесы. Нажимаем. Все, отпускаем. Пока что тут стоим. Еще и Велаш, тут стоишь. Малефицист будет забирать, уже тогда поведет. Равномерно надо ОЕ будет давать по этим. Кстати, пропустил, походу, один удар. Скажешь, как все выйдут. В принципе, начнешь и Велаша вести. Готовься уже вести. А в ТТГ пойдете? 25-ку? Да, подожди. Сейчас как закроем, так пойдем. Подводи, подводи. Фулл ДПС по этим пидорам. Малефицист ДТ4 отдавай.
Сейчас как раз на удар тебе будет. Нет у тебя? Я без D4 здесь, меня шотает D4. Я понял, это самое. Фулл АУЕ даем равномерно. Первый стан Рарник, второй Эльновен. Если вдруг это еще останутся мобы. Сколько до вспышки есть инфа? 15 секунд. Добивайте. Захилите печеньку. Добивайте, добивайте. Добили? Все, в центр ведем. Вспышка, босса. Вспышка. По кубам вставайте. В центр ведем босса. Наши Гера есть. Гера, да, кстати. Архидемоны. Архидемоны. Так. Нажали, отпускаем. Идем к демонам. Веди к порталу с демонами. Сюда к порталу веди. Давайте Геру. Фулл ДПС. Первого демона под босса. И его милики уешь. Веди еще ближе сюда. Вот сюда. Вот, вот так вот ставь. Чтоб в жопе босса находился демон. И милики его хуярили. Блять, Авилаша. Чё там у нас? Диспельте проклятие. Маги, помогайте. Фулл АУЕ по демонам. Айновен, дай массакру. Диспельте проклятие. Жалко, Т4 нет. Ураник, есть у тебя сейв? Фулл ДПС по... В босса переключитесь, босса играем фулл ДПС. Переводим босса. Демонов после добьем. Фулл ДПС по боссу. Ну, кубы, процента. Наверное, будут, да? Сколько до кубов там? Нет, еще нету кубов. По боссу бейте. 1%. Вспышка 5 секунд. Бейте босса 1%, 0.5%, быстрее. Луна умерла. Все, уже похуй. Демонов веди к решетке. А где босс? А, вот он. Терял, блядь. Так. Уярим. Демонов добейте, сейчас все по демонам. Босс уже переведен. И диспельте проклятие. Вот сейчас в Юпсинте есть там что похилить. Бисер, кстати, ману проебал. Давай. Я заберу свара. Хорошо, я с тебя буду забирать. Акиса, ставь тотем. В Юпсин гим на ману. Инра раздайте в КД. Ну, я вижу вас в КД вроде. Все, там... Когда ШВ не будет, Малефицит скажешь, тебе рарник каплю даст. Еще скоро массакра откатит свою навену. Так, я с тебя забираю. Так, кому там из серии 500 голд и истории даю бесплатно? Чай. Ой, что-то прожимок не было нихуя. Не, я так жирный. А кто пришел это по голосу, я не знаю. Кто-то говорил там, вы где там, куда пошли. Ну, печать Мактеридуна, смотрите на вас, не кастуйте, когда будет заканчиваться. Ну. Там цифры полетели. С чешкой. Угу. Че, Малефицит, с прожимки есть нормально? Да, да, еще раз. Надо тоже будет спиздить чешку коту. Ничего, выбьем все себе все.
Сейчас ключ отдам. Да и похуй. О! Поздно стаунтил, да? Походу, да. Ну, вот в этом и вся особенность, что он после этой сокрушающего дает еще автоатаку тычку. Еще и пизда. Так, не разбегайтесь особо, сейчас я сразу с босса всю хуйню раскидаю. И ПГП. Портал. Заберите там с босса, кто с квестом. И портал в Каминор. Так, и ПГП от мастера, если что, напоминаю. Так, сумка на кого бог пошлет, просто выбираю. Их история. Маги, поставьте этот портал. Отдать бесплатно, нахуй. Жезл бисовый. Так, аддона нету. У два соска, бисер и... И кто еще там? Канура. Маги. Да, вот у них нету. А может нет у них Каминор? У вас нет Каминор? Да нету. Так, наш... ложками. Сами бегите. Через огр, через выжженное можно. Все, поставили в Каминор. Так, бисер, у тебя ЕП, ПР 2.35. Это там ты чешку вроде как лутал. Дальше. Сотку я вижу только у Вьюпсеня. Остальные 50 нажимали. Ну, а точнее Викторка и Ванцент. Значит, Вьюпсеню идет. А что, печеньку ролили, что ли, или что? Нет, это ЕПГПЛОТ мастер аддон. Скачайте. Сейчас, пока все летят, скачайте, кто... У кого нет аддона. Чтобы вы понимали, что происходит. Сейчас разраливается жезл. Сейчас скажу, сейчас я гляну цену, там я ставил. И это у меня, блядь. Сейчас же на Грула, да? Да, конечно. Зачем в этот Каминор по порт? Квест они сдают квест. И берут новый квест. Так, ГМХМ. Шмот 100 ГП дается. Печать 100, пустоты 200 ГП стоит. Так, соточку получает Вьюпсень, получается. А ты где? Отдался тебе жезл? Нет, что-то не вижу. Не, нет, отдался. Он улетел в Каминор. Ну, ебаный рот. Ладно. Ну, да ты возьми себе, я потом тебе обмен просто кину. Что, все полетели? Я полетел, я щеблан, ёпта, ну, я как понял. Вчера сказал, ебло чугунное. Весело. Журавль, короче, оффхенд неплохой, крит дух и дырочка. Неплохой такой, бля, нихуя себе. Тут вообще мало людей, кто его может брать. Ну, маги там, Викторка, там Викторка распыл. Бисер, надо тебе эту парашу? 10% эйя, маг. Бля, это все распыл. Это журавль или что? Да, да, журавль. Нет, хуйня. На халяву давай. Магу даю за 10. За 10 забирайте, если на халяву хотите. Кто 10 это халява. Кто у кары за сумунти полотенце? Крит МП5 пояс обоссанный. Ну это распыл по любому рарнику. Обоссанный прям. Печать пустоты 200 ГП. Если нету этого аддона, что как быть? Просто роль. Скачать аддон. Пароль. Скачать аддон и PGP от мастера, тогда будет нормально. В принципе, там видно, у кого сколько PR, я могу как бы, но когда у тебя есть аддон, ты нажимаешь 100%, 50%, 10%, и я вижу, что ты нажал. Вот. Но сейчас конкретно... Если что нажал, просто завис. У тебя PR 6, а там у тех, кто нажимает, вот 15 PR есть. Ну, допустим, Акиса больше всех PR, сейчас Акиса эту печать получает. Засуманьте, пожалуйста, кто в Каминоре. Акиса, ты с кого апаешь? Энха, да? Да, Энха. Угу. Сколько у тебя там печати есть? Первая, поди? Нет, это третья, еще одна. Третья? А, хорошо. Надо еще будет, кстати, момент такой уточнить. Может, у кого-то ноль печати вообще есть. Может быть, ему ступить, ну, в обход системы. Ну, посмотрим потом. Это... Вон, ну это у Ликана 0. У тебя на элемент, да? Собирался, по-моему, делать как, типа, до кратности. Кого суммонить? Какого паладина? На ВНЦ? До кратности это ты имел в виду, наверное, Т5, Т4, это когда вот первый кусок есть, типа второй в подарок. Да, ты говорил. Спасибо. Просто. Ну а печати там немножко другое, там просто статы, ну это считай, как ты шмот. Да не, я понял, без проблем. Я просто узнал. Так, засуманить в бипси? Да там посмотрим уже, ну, на общем согласии, если люди захотят уступить, а если нет, то по ИПГП тогда.
Она, в принципе, недорого, 200 гп, она там, я не знаю, за неделю, за две недели скинется. Если ты ничего другого больше не лутаешь, ты залутаешь спокойно через две недели вторую печеньку. Так-то да. Синтек, а ты не скринил ничего там, ДПС, ХПС, что ты в канал хотел? А сколько гп этот жезл? Сотка, сотка. Весь 260-й шмот в этом инсте 100 гп, совсем маленькая цена. Ебаные говноренегаты выебываются после этого. Один говнопаладин. Заходите внутрь, я шкаф тут поставлю. Угу. Жду сумона, короче. Притон-то пришел, нет? Он в ветеринарную клинику поехал. Он сказал, там горел, там, говорит, на полчаса где-то. Каждый свою потет, тэпайте. А, пока уберем его. Чтоб не забагалось ничего. Так, а сколько я там начислял за эту хуйню? Блять. ГМХМ по 200. Так а кто жезл-то забрал? Вюпсень. А я забрал. По-моему, Вюпсень, да? Да, я все скалы оставь, что заберу тебя на груле. Тебе пока закинь. Я за камешком. А чё, кто-то... Запиздил половину этого, который всех вас хорош. А кто-то ролил его еще, кроме Вюпсеня? Не, ну я полтинник прожал. Ну, а он сотку, видишь, прожал. Ну, я ничего не прожимал, у меня дома нету. Малефицит, спрыгай в шатрат. А кто полтинник прожал? Этот, меня бисер. Заброк его крула засумазили, зачем ничего? Бисер и еще бисер. У бисера вообще нету аддона. Нет, два соска, по-моему, ты говорил. Жезл? Да. Да, на жезл. На жезл я, Виктор, нажимал. Полтинник. Ну я уже передумал. Ну, рано или поздно всем все выпадет. Ну, сейчас пока привыкаем к системе. Там что-то будем уже менять, добавлять, чем-то улучшать. Вот у меня сейчас в Дальневосточной гильдии возник спор. Там два рейда целка. Ну, вроде как бы первый-то понятно, что нормально закрывает все на фул. Второй он тоже стал на фул закрывать, ну, последний месяц, наверное. Вот, и почему-то, по какой-то причине, 2400 ИП дают в первом рейде за фул целка, а во втором 1200 почему-то дают. Мотивируя это тем, что там, типа, буря-бай. Слушай, я хуй знает. Пока будь в ретрике, сейчас посмотрим. Короче, вы тут? Там вроде все тут были. Пошли, я громилу беру, а вы танки берите остальных. Да, опять Рома делся. Раус опять чуть не сумасшедший. По возможности держите кнопку диспела Вюпсень с бисером на танках, чтобы мы там с мувами не бегали. ДД потом подиспелите. Набирайте агро на этих, на жильца. Я на громилу смотрю. Вот, и был спор, значит. Я говорю такой, ну, у меня второй перс есть, типа, ходить. Я говорю, блядь, почему я должен 1200 лутать? Я также сижу там 3-4 часа в этом рейде, также все отыгрываю. Почему я должен 1200 лутать? Твин я, не твин, какая кому разница? Ну, типа, почему из людей надо делать людей второго сорта? Чё за хуйня? И вот, и никак меня понять не могут, я объясняю, долблюсь, и никак не могу добиться, блядь. Я говорю, хуй с ним, давайте уже, я буду, блядь, получать 1200, блядь. А всем давайте, все, кто туда придут, твины и не твины, будут получать 2400. И все никак, все думают, как будто я такой хитрый лис, пришел там и что-то себе какую-то выгоду хочу сделать, там, заролить, там, шмот у всех забрать, как будто мне его кто-то дает, блядь. Ах ты хитрый хуй. Да, вот, блядь, видишь. Перенес на наш рейд, блядь, свои думы тяжкие, блядь. Ну просто реально, не, я не знаю. Люди долбоебы, вот и все. Чё говоришь? Люди долбоебы, вот и все. Ну, да не сказать долбоебы, просто какая-то, я не знаю. Я не знаю, как это назвать, предвзятость или как это называется-то, блядь. Чё этот пидор ходит? Видели, громила ходил туда-сюда, хотя там нажал. Какая-то предвзятость, не знаю, какой-то, блядь, нахуя вообще людей делить на второй сорт и первый сорт? Первый рейд, второй рейд, твинг, не твинг, блядь.
Вот у меня вот этот ДК, этот Винг, блядь. Ну, в смысле, если взять первый персонаж, у меня здесь друид на этом сервере, второй паладин, потом, по-моему, ДК был, да, потом прист, потом шаман. А, ну, это... значит, смотри, это третий перс, значит, 33% ЕП себе начисляю. Да, в натуре, блядь. Все, на. И ГП прошло. Больше в 5 раз, да? В 3 раза. Да. Но факт, понимаешь, остается в чем? В том, что у меня 3 перса уже в ЦЛК 25 гер попадали. Ну, точнее, уже 4, кроме 5-го шамана. Так, и чё, кому МК кидать? На Ван Сента кто-то кинул МК. Есть 3 минуты рвался вообще. Да, делай. Кому из магов вернуть МК? Никто не признается. Да, вообще молчат. На тебя я кинул. Рома, ты как просто там наводи, живой? Там показано, кто кинул на тебя. Ну ты на меня кидай тогда. Вон сын. На чё наводить? На кого? На 20. Не заставляйте МК включать, дайте 2-3 минутки, пожалуйста. Понял. Два соска на тебя кину. Угу. Тут вообще нас 4, мы как бы можем друг на дружку, уже не 3. Это когда втроем мы кидаем друг на дружку. О-о-о-о. Ну я на Эя кидаю. Печать завезли, ребятушки, печать завезли на Алгалон, mm-hmm. Наконец-таки, ёбаный что? Стыд. Что? Какую печать? Да. Уже есть? Наконец-таки, да, вот. Все, выходим с инста, нахуй, идем покупать. А почему они не написали, сколько она стоит, нахуй, дауны, блядь? Скорее всего, 500. Кого завезли, куда, блядь, что-то я проснулся. А когда я появится? Печать, нахуй, да, которую... Вот, уже завезли. Все, ГЦ, нахуй, расклять. Ну, надо дайте-ка, если таю, посмотрю. Да какой... Стоп. Какое летаю? Вы что, блядь, ебанулись? Смотрим, кто кого танчит, давайте. Сначала я полечу, а потом вы, нахуй. Мивилаша, короче, чилишь на Олме, как обычно там. Я что-то не хочу на нем чилить. Так, кто у меня там что танчил, я, блядь, не помню. Этот рарник, короче, чилишь. Король и кеглер, вон там возле этой хуйни упрешься там куда-нибудь. Малефицист берешь слепоглаза, им указ сбиваешь, шаришь. И смотри, малефицист, еще дополнительная тебе задачка. Если вдруг рарника превратит в овцу, вот. Я не помню, по какой механике он там купил гроб больше. Короче, в овцу превратит, ему пойдет и стаунтишь просто этого пидора. И еще на него на рарника дай бдилку. Стаунтишь, как у нас, кеглера ебаного. Вот, а я тогда заберу кроша ебаного. Вот он. Крестик. Че, история, сколько ебать? 320 всего. Ебать. Такая халява. Ебать, Зукля, блядь, проебал 1000 знаков на ебаного маунта или пэта, блядь, ебать, он себе очко порвет, когда узнает. Я ему говорил, блядь, сука, не трать очки, ебать, он взял, проебал. А где вендор стоит? Ну, в центре. Где фонтан. Это. Дайте мне минутку. Все, я плечи себе апнул. Кому? Че, какую минутку? Ты что-то апнуть хочешь? Ну возьму печеньку, апну сейчас. Ну да, сейчас кинем сумму. Все, я 4, ты 4, 2. Дайте в 2 рана, я тоже всего прапаю. А в целка? Короли улетят за секунду. А знаете, если возможно... Где он? У нас тут что-то начало стрелять. Может, давайте уже дойдем, а потом там будет все летать, апать. То есть, ну, время... Где вендор стоит, подскажите? Ебать, ты еще где вендор не знаешь? В центре. Блять, я у фонтана торчу тут. Вот это центре, там. С другой стороны, там такой, ебать, в капюшоне пидорас стоит. Все, где из портала выходишь. Там. Да, где из портала выходишь. Ебать, вы угораете. Давайте сейчас, блядь, донесем инсту. ТТГ еще надо пойти, время, блядь, 2,5 часа у меня только. С другой стороны, что если там по сету почти апают все люди, так статов прибавится. Ну так-то да, так-то неплохо. Это самое, все знают, там, когда мы пульнем, не бить. Танки запомнили, кто на ком? Малефицист на луне, рарник на двоих, я на кресте, Вилаша на черепе, чек на пул еще раз. Пула никто ничего не бьет, когда бить, это скажем, там он реально, кто откроется, его напулишь на того танка, кто его танчит. Так, и маги, и две совы, и 4 мага диспелим проклятие, блядь. У вас лучше вы подиспелите, ну, чтобы хилы подхилили. Ну, хилы тоже, чем быстрее диспелите, тем лучше. Ямика тут? Да. Ну, принимай готовность, да, нажми. Все, на счет 3 танки пойдем. 1, 2, 3.
погнали. Так, открылся слепоглаз, это луна. Пока что не бейте, там агра нету нихуя, не бейте, не захуяривайте. Блять, сорвется, пизда вам будет. Скажешь там, когда им бить, посмотри на омен, на агро. Малефисис, что там, нормально? Нормально, но... Да вроде можно, пока. Хуярьте, хуярьте потихоньку. На агрогенератора какого-то можешь, в принципе, бдилку перебросить. Только чтобы он достал бдилку, подойдите кто-то поближе, там, он скажет, кто там генерирует агро больше. Ну, если хочешь заморочиться, в принципе, мне похуй. Не, там сейчас никто его уже не догоняет, все нормально. Ну, все нормально. Да я напулил два раза, ебать. Нормально все. Так, это самое... Рарника там не проебите. Акиса, встань к Рарнику в зоне досягаемости, полностью за ним смотри. Щит земли на него. И полностью за него смотри. Кто из вас в чем там вюпси с бисером? Вы в каких спеках? Бисер в холике. Вюпси, не поглядывай, короче, еще за рарником дополнительно. В зоне там, стой у него, в МВшку там кидай у него. Непонятно, ебать, что, опять слепой, что ли, ебать? Да, да. Угу. Давайте Геру. Хули похуй. Геру, шаманы. Вярим этого пида. В принципе, кто у нас там? Равист, иди хуярь этого гуся. Я тебе истерию дам. Ты хуяришь? Полетел, ебать. Дал тебе истерию. Малефициста не проебите. Там он настакивает малефициста хорошенько. Рарника, сейчас их больше всего дамаг и башит. Бать, у меня тут в камеру кусок мяса сушащегося поднялся. Вилаша, скидываешь там панцирем? А? А чё это ты отдал? Незыбку. Ладно, похуй. Успеваете там, да? А, нет, не успеваете. Нет. Чутка совсем, сука. Ладно, ясно. Кегля активировалась на рарнике. Забери стаунти. Ага. Идите кеглер бьёте. Вилашу прохиливайте. Вилаша, ты скидывал там стаки на себе? Сколько там на тебе? Овца. Ё-моё! Блядь, пизда. Давай упадём сразу. Стоп, хил. Падайте. Вилаша, ты тут? Я овца, говорит, блядь. Да, смешно было. Прикольно было. Вилаша, прием. Как стаки скидывать? Я тебе сейчас объясню. Смотри, там вешается черная параша на тебе, он ПКД кастует. И вот смотришь, да, вот где дебаф сейчас пересыщение, смотришь, наведешь мышку, и там будут такие секунды, короче, на бафе, на вот этом темном, который стакается. Вот, обновляется баф со второй на третью секунду примерно. Панцирь у тебя висит на тебе 5 секунд. Это дефолтно. С символом на 2 секунды он будет 7 секунд висеть. Ну, если символ есть, это топчик. Вот, значит, как ты делаешь? Ты смотришь, когда наступит примерно 5 секунд. Ну, наверняка, чтобы было. Вот 5 секунд этого дебафа остается, да? Он еще не обновился, и он обновится со 2 на 3 секунду. И ты нажимаешь антимагический панцирь. Понял? Да. Тем самым он будет... пытаться обновить на тебя стак, но не получится нихуя. И в следующий раз он будет обновлять только через 10 секунд. Вот. Панцирь 45 секунд КД, вот и каждый раз смотри. То есть, грубо говоря, на пятом стаке шестой ты уже можешь не получать. То есть каждый раз ты их будешь скидывать. Вот. А то я смотрю, что-то не зыбку дал. Смотрю, стаков дохуя. Рыба стоит. Это кто стаки делает? Кигли? Ой, крош, да? Олм. Ну, чернокнижник, которого ДКшник, значит. Панцирем скидывает. Заходите, ешьте, пейте. Шкаф поставьте, притон пришел. А он тут уже. На уже заманули. Ай, на вен где? Давай раним, сейчас окно. Я понял, блядь. А чё ты кидаешься на эту? Пришел смол? Да, сейчас, 5 секунд. Московопе. Это ты аддоном кидаешь на ролл. Вот. Чё кидаю? Я ничего не кидал. Бля, а вылезает второй раз уже это башка. А я не знаю, что это. Тканевая. Кто-то тыкает, наверное. Аутопассинг мне пишет. Ткань какая-то, 260-я на мага. Кто-то тыкает аддон, наверное. Да, это я тыкаю. Только скачал. Кто-то пока не сильно понял, что с ним делать. Сейчас пока ничего не надо делать, сейчас выпадет шмот с босса, тогда уже посмотрите. Монти, это Вайн или кто-то? Я бежал.
Я тут. Окей. Давайте фулбаф, пока ешь, нажимайте да. Ты улучшил предмет? Да ем, не успел. Виктор. Каску по друидам обновите, пожалуйста. Ну так, если ПГП таблицу открыть, тут у нас 18.75 имеют, ну топ-приоритет, имеют Рарник, Айновен и Призан. Грубо говоря, две печеньки этим людям пойдут, если они им нужны, конечно. Не, я куплю. Ну вот, там уже смотрите, то есть если вы, ну, решайте сами уже, как вам удобно. О, тогда расходимся, смысла нет. Ну другим людям надо, вот у меня только две апнуты. У кого-то ноль, наверное, есть апнут. Ничего, скоро все поапнемся. Вихторка. Готов, Вихторка? Каску. Все, дали? Все, теперь дали. Все, это, метки не буду ставить, мобы те же самые. Это самое, на счет три танки готовимся. Раз, два, три. Поехали. Смотрим, открылся кеглер. Это на рарнике, который. Смотрите, чтобы агро набрал. Смотрите, Воман на пульте там. Он в овцу может превратить. Превратит, вайп будет. Там мишка хорошо стоит, его овцу не превращает. Король. История, иди побей кеглера. Равис тоже иди побей кеглера. Вот только поотбегайте на этой хуйне, как на залджине взломане. О, сдохли челики. Вадикон ямику, ямика 2 соска ресите. Так вы сдохли, блядь. Пришел король. А, я понял. Превратил в овцу тебя, что ли? Нет, он просто пришел к нам и убил нас. Да, уешь какая-то побочная. А короля заберут? Заберите короля. Где он там, нахуй? Он на рарнике, я смотрю. Там вот эту прохиливайте хуйню. Вот вообще не работаем. Коли приз работает. Олм появился. Не бейте киглера. Собака на мне. Собаку заберите. РДшники еще скикнуть, если по глазу каст, я не тоже был. Когда был, я скажу. Все, не надо, он откатился. Собаки ебаные. Так, повешали там проклятие Локи? До каста. Бурябай сколько дамажил в Летрике? Нормально или хуёво? Посмотрите там. Ну сейчас показывает 15к. Ну это, наверное, трэш еще. Так, милики отошли. Так, кеглер активировался. Может овцу кинуть сразу, смотреть. Этот, когда активируется, поближе мальфицист, встань к нему и поглядывай на этого. Или запомнить цель, нажми на кеглера, чтобы вдруг еще среагировать успел. Стаунтить его. Так, ну чё там? Ладно, в принципе, сейчас будет какой-то не милишный. Пока что бейте. Лики, отбегайте там, блядь, не рискуйте, это, ну, отбегайте, там, блядь, 15 метров отбежать надо, два прыжка туда, два туда, захиливайтесь. Слепоглаз, на малефицисте моб, бейте, равист, блядь, равист, резай два соску, маки составь тотем, випсин, читай гимноману. Так, вадикон, иннер по... Давай по Айновену. Грибай пускай полежит уже тогда. Последний СС у нас на синтеке. БР точнее.
Милик, идите собак разъебите возле Лока. Чисто пока делать нехуй. Кроме Рависта. Равист можешь, если по глазу бить. Остальные идите отсюда по глазу. Кеглера убивайте. Кеглера, сколько у него там хп? Блять, не вижу, сука. 8. А, ну 5 7. Лямов. Так, добьете без Геры, ладно. А Буриба, чего сдох? Напиши, чего ты сдох там. Билл и Киглера. И не отбежал, да? Нет, он лежит под собаками. Наверное, собаки просто согрелись. Да Бурю дал. Волма сорвал, я понял. Надо поосторожнее, надо Волман смотреть. Лучше не побить, чтоб набрали агро и потом выжить. Весь бой нормально бить, а не лежать вот так бесполезно. Что, добили Кеглера? Да. Все, чильте, резайте ману. Короля можешь подвести поближе сюда к цели по глазу. Чтобы хилы вот так вот, ну, чтобы ренджа хилам нормально было. Удобно хилить. Олм активировался. Даем Геру фулл ДПС по Олму. Проклятие также диспелим. Надеюсь, забьем за Геру. Давайте ебашим изо всех сил. Можешь войско дать, чтобы не отвлекали эти ебучие собаки и Вилаша. Вилашу хильте хорошенько на фул. Че у него там хп, блядь? А вот немножко успеваете, я думаю. 3 ляма. Верьте. Так. Нажми там глыбу какую-то, эй, я. Тебя хуярят. И все, и хуярь дальше. А я заберу эту собаку ебаную. Все, заебись. Осталось крош, если по глаз. Крош активировался, крестик РДД бьем. Милики не надо, тут бесполезного. Минус 80% урона. А еще что-то на ману? Шаман наставили тем? На тем уже ставили. Ну, остается только... Вон, Инра раздавайте, друиды. У Ямики еще есть. Давай Ямика побить. Дистанцию возьмите сейчас. Да, Рэнч, между собой наберите, чтобы эти, как они называются? Живые бомбы не хуярили вас всех. Что-то по мане хуёво все. Этот, у вас в обоих гимны КД. Ну, я не знаю, резайте, блядь, автоатакой на короля повешайте джагу синюю, паладины, вон рарник повешай и хуярьте автоатакой, хотя бы чуть-чуть порезайте. Так, дал Т4, Вюпсин гимн на хп добавляй. Еще раз крош, ёбаный рот. Ну, ясно. Так, Авилаша, у тебя настакана хуйня на Т4? Или биг дэмэдж у тебя есть? У меня шаве, я дам. Да. Хорошо, на вот эту хуйню крошевскую дашь. Вот он начнет кастовать. Это рейндж словите там в рейде, вы стоите, все бомбы пытаете, вокруг вас все урон получают. Потому что бомба в купе с началом каста вот этого огненного, это будет хуёво. Так, готовься. Скоро будет каст. Готовься. Все, нажимаешь ИВ. Давай бисер на хп добавляй, гем. Еще раз откроется, да добьем. Слепоглаз ебаный. Если по глазу ебаного бить. Тотем на ману откатился. Так, ща подожди, глянут, что там на гимнах. 50 секунд гимн, ждать не ждать. Да лучше ждать, поживите так пока. Чё по инрам, значит... 30 секунд у Синтека. Никон. Ямика, ты тут? У тебя же Иннер есть. Ну-ка, дай по этому. Давай по Синтеку, у него нихуя нету маны. Ямика. По Синтеку озарение.
Прием. Я сам пью, блядь. Что-то его нету, что ли? Да, стоит, кастует. Значит, не слышит Диси, наверное. Крош активен, добивайте его. Уже каст он не успеет дать. Сейчас, короче, гимн подождем у Випсиня. Все, прошел гимн у тебя, да, Випсинь? Все, ставь тотем и Випсинь гимн на ману. Так нормально будет. Так заебись порезается. И все, в принципе. Все, король остался, да? Ебаши. Так, что это? Иссушающая аура. Лишние съебались. Все съебались, милики. Бьет только Равист. Равист. У тебя стерею дам. Ну их история, хуй с ним, тоже бей. Ложный выпад иногда прожимай. Остальные уйдите. Вы хилите босса. Подхиливайте. Почильте. Ну хуй с ним, еще давай свято сбей тоже. У тебя чешка все-таки, блядь, надо отрабатывать. Так, а что там? Сейчас аура закончится, еще какую-нибудь хуйню будет. Так что там в DC, кто знает, кто заходил, челик какой-то, я, говорит, пришел, там вы где? Аура опять, аура. Аура тоже, тоже три челика тебя бьют, милики, чильте. Рога этот, уйди там, Серафим вот этот. Почиль. Ебать, опять кто-то дышит. Биг Дэмэдж, что ли? Ты дышишь? И кто-то, кто приходил. Я это Випсин дышит. По-любому Випсин. Хуя это Випсин, я микрофон выключаю. На, врать, блядь. Так а кто вот так делает выдох? Я не знаю, слышно у меня. Это не ко мне. Да, слышно, но это не про меня. Да, это как, походу какой-то курильщик, я не знаю. Да почему курильщик? Не просто челик сидит, блядь, напряжённый. Героина въебал. Пошел в ДПСить. Лол, блядь. У Випсина почему-то постоянно включено. Ну, у него да, типа... Знаю, у меня голос... Он, но... он на холике, он думает, у меня кнопок, нужно героина въебать. Да, Випсин про себя думает, что у него никогда, типа, ну, типа, активируется тогда, когда он говорит, а на самом деле у него активация постоянно включена. Ну, об этом говорит зеленый кругляшок в DC. У меня активация включена, но говорить не могу, саму микрофизически отключаю кнопкой. Может, у тебя кнопка не работает? Вот если я сейчас заору, ты услышишь или нет? Хочешь, проверим? Давай. Сидит, орёт. Нихуя не было слышно. Не, орёшь, я орёшь. Батя, пойдёт пизды даст, блядь. Вот нихуя, я молчал, сидел, наебал всех. Наебал, говорит. Ой, блядь. Сейчас там кто аддон скачал, посмотрите, как эта хуйня выглядит. Чертеж с ранитовым мечом нашелся покупатель. Заебись. Только вот не помню, за сколько я выставлял. Сейчас какая-то хуйня будет, да? В овцу превратит? Да-да. А, нет, бесов вызвал. Рисните, плиз. Неохота бежать. Сейчас закрою эти таблички ебаные. Так. Спасибо. Вот я тыкаю на шмотку, у вас появляется хуйня такая. 150-10% распыл, пас. Все понятно, да, что с этими кнопками делать? Нет, у меня ничего не появилось. Да, тоже нихуя не появилось. Важное замечание, что только у латников. Ну да, да, только у латников. Типа, вы не можете априори латы носить. Ну, спину да, ебей. Сейчас въебу, эту хуйню отдам. Так, что это получается, Вилаша 10, сейчас ему отдам. Стелс, пошли вперед, стелс. Кожаная голова. Обоссанная какая-то, мастерство, скорость, не знаю, кому она нужна. Распыл, короче, рарнику закидывал. Так, вот теперь спина. О. Есть, да? Ага.
У конуры там нету, если я правильно ник читаю, конечно. Вот вы и тыкаете, что у вас там. Бисер. Все готовы? И печать пустоты. Теперь можно на распыл жать, на печать. Так. Призан пропустить. Рарник пропустить. Так, NVN, Вадикон. Ну, синтек получается. Синтек. ГЦ. Пробегаем. Уже поди пробежали-то. А то умрет, тот умрет. Саня, рарник, что ты не взял? Ты же хотел взять. Я куплю, говорю. А, ты за это? Сейчас... Я никогда не фармил РБК, бля, я не знаю. Я, наверное, только ждать буду по эту хуйню. Стелс РБК. У меня 1050 штук их. Нихуя себе. Там можно комплект купить. 1050. Так, на ком бой там вздыхайте сразу. Вот сейчас на Вилашу идет. Вот вернись спиной. И стань еще вон иди больше мобов сагри, сдохнешь быстрее. А, он фир еще кидает, сука. Надеюсь, на нас не побежит. Сейчас вот его разъебет, моб. Так, еще удар. На меня пошел, тварь. Сука. Вот моб вот этот пошел вас пиздить. Два соска. Ща, позырим. Кого-то еще. Ебать. Так. Три штуки купил. Я Мику пошел ебашить. Китайский. Конуру. Эйю теперь пошел мага ебашить. Вы, короче, вздыхаете. И чтобы челик был в диване. Я не знаю, почему вы там вот встали. И куда ты вообще туда убежал? Вот теперь только моб свейдился. Теперь резайте лока. Все, кто сдохли возле мобов, вставайте. Лок ставит в шкаф. Все, кто там близко игре, сойти, там у кого это быстрая прогрузка, заходите, вылез. Так, сейчас я пати подраскину, что там кто у нас. Так. Этот. Буря-бай, я не помню, тактику шаришь? Угу. То я забыл уже. Как-то. Где-то вроде видел тебя, но не помню. Так. Все в ДД, короче. Первая, вторая пати. В принципе, нормально должно быть. Первая, вторая пати, вы стоите под ебалом. Рога вот этот, Серафим, шаришь, что как под ебалом стоять? Все хорошо. Все остальные вроде были. Маг на той стороне лежит. Так, давайте напомню вам про руки. Очень важно. Вот руки появляются здесь. Значит, вот здесь вот. На выходе. Вот здесь появляются. Там вот, где решетка. Ну там... Примерно здесь, блядь. Потом где? Потом в центре есть руки. Вот тут примерно. Потом есть под боссом руки. Вот тут примерно. Потом еще есть руки вот там. С пула может две руки появиться вон там. Вот поставил квадрат. Туда тоже надо смотреть. Кто сейчас как мы с вами разделимся? Руки закрывают третья и четвертая пати. Как мы вас разделим? Значит, все маги, вы занимаете центральную позицию. Вот примерно где стоит босс. Два соска, ванцент, посматривайте в сторону квадрата. Это. Там может появиться рука. Но когда туда прилетит шарик и разольется огонь, там уже не будет никогда рук. Уже до конца боя. Вот, 4 мага на вас. Основная обязанность. Вы не за ДПСом тут гонитесь, а смотрите. Если появились руки, у вас есть блинк, вы быстрее всего можете приблизиться к этой хуйне. Значит, анреальный. И... ЛМ, занимайте ближе место к звездочке слева от босса. Вот звездочка стоит. Под боссом непосредственно стоят две совы, Ямика, Вадикон. Вы занимаетесь закрытием рук вместе с хилами в луне, когда они появляются.
выбегать или бэрить, только когда там уже надо бэрить, чтобы вы были свободны. Значит, и руки позади, получаются. Два лока. Притон и Вихторка. Занимайте позиции, ставите порталы в ромбик и занимайте центральную позицию. Вот. Кого-то вам еще добавить. Давай, знаешь, Вюпсин, я тебя добавлю. Ты бегаешь в центральную позицию, занимай. И, если что, Вихторка и этот Притон, если вдруг у них будет дебаф, там даже дух по кому-то, если прожитки не будет. Вот, там бегай. Остальные 4 хила под боссом стоите. И еще какая особенность. Первая, вторая пати. Вы когда бегаете за спину, когда вам скажут убежать, смотрите и не попадите в руку. Потому что если вы попадете в руку, и нужно будет быстро возвращаться под лицо, чтобы оглушающий удар поделить на 10 человек, вы будете замедлены и не успеете добежать. И получится каст адского удара, и мы все сдохнем. Вот, в принципе. И самое главное, Притон и Вихторка. У вас какие спеки? Дестрики? Угу. Демону да сделали... сейчас и демоном можно домашний. Демону сделали так, что бесы не умирают больше. Ну, не знаю, я бы лучше не рисковал. Ну, если, да короче, я тоже не рискую. Если какая-то параша будет, то будем спекать. Так, сейчас я тут крестик поставлю, ну, примерно... Берите демон... коня, у кого там? Брибай. Примерно здесь, короче. Так, все, проверка на готовность. Босс несложный, просто закрывайте руки и бегайте туда-сюда. У нас Бурябай не был здесь, да? Или был? Бурябай, говорит, был? Знает. Ну сюда Бурди, пошли тогда. Вроде танчил. Первая, вторая пати, идите сюда. Бурябай, иди сюда. Ты стоишь здесь перед лицом. Ну, за спину вы выбегаете на свой страх и риск. Если, не дай бог, на ошеломляющем не будет 10 человек под ебалом, то босс начнет адский удар кастовать сразу. И это будет хуево. Нахуярю ГП, блядь. Никогда ничего не заролите, не заберете, блядь. Все, на счет 3 буду пулять. Раз. 2, 3. Так, истерию на рависта дал. Так, смотрим. 11, нормально. Смотрим внимательно, миленькие, помимо того, что дамажите. Там особо не запаривайтесь ДПСом. Смотрите на показатель ярости у босса. Если увидите сотку, без вопросов бегите из-под ебала, потому что шотнет. Так вот, появилась эта хуйня. Если вдруг кто-то на руках сдохнет, сразу говорите, потому что я не сразу это вижу. Здесь занят с боссом, и рейд нихуя не видно. Так, ошеломляющий 11. Я смотрю, там кто-то бегает в спину бить. Давайте, стойте лучше под ебалом. Не проебитесь. А то в руку еще. Каждый, когда бегаю. Ну смотрите. Ложный выпад откатывается вообще. Сколько у него там? Там КД? Очень маленькая КД. 6-6-10, ага. В принципе, вот ложный выпад обязательно под каждое ошеломляющее, вот чтобы был. После следующего ошеломляющего пойдете за спину. Вот сейчас он ударит. Все, теперь идете за спину, там спокойно бьете. Тут под лицом только я один стою. Так. Так, пошло Т4, адский удар. Теперь возвращаемся под ебало. 50, откуда? Откуда 60, нахуй? Вы мне объясните, откуда 60? Демоны. Демоны, нахуй? Не знаю. Какие демоны? Ладно, бьем. Вивилаша, у тебя кровочерви есть? Нет, я во фросте. Сука, какая-то залупа, нахуй. Это вообще неправильная хуйня, нахуй. Так не должно быть. Или копии маговские, или какая-то... Блять, у меня очко горит уже, нахуй. Короче, смотри внимательно, блядь. Потому что если я не успею отвернуть, и вы не будете выбегать, мы выпанемся. Значит, смотрите. Сейчас будет печка. Вот она сейчас славливается. После этого ошеломляющего вы убегаете за спину. Убегайте за спину. Бисер, готовь по мне зубы. Убегайте. Так, бисер. История.
Все, подбегайте, подъебало. Подъебало. Что их история там? Так, 11 нормально. В этот раз 20. Ну 20 это кто-то сдыхает, нахуй. Это какой-то ебаный пет, нахуй. Какая-то параша, блядь. Вот именно адский разъебал, потому что он на всех вешает вот эту дотку тикающую огненную. Ладно, хуй с ним, играем. Это нормально все. Сейчас печка. Вместе с ошеломляющим. Ошеломляющий. Печка. Так, будет плюс 40. Вот, когда печка огонь прогорел, плюс 40 ярости. Вот, 68. Так, нормально. На каждом ошеломляющем прям смотрите на энергию босса. Вдруг кто-то не подъебал, ему кажется. Он реально вот там прохиливайте хорошенько щиток, давайте. Так, сейчас печка будет. Чем за спину? За спину? Нет, пока еще, видишь, печки нету. Вот печка. Все, да, идите за спину, идите за спину. Идите. Следующее ошеломляющее я сам словлю. Войда, хильте сильно. Так, пошла незыбка. Так, сейчас адский. Прикройте. Звезду. И теперь возвращайтесь под ебало. Возвращайтесь под ебало. Вот, все отлично. Он реальный сдох. Плюс 20. Короче, трепета сдохла. Хорошо. Сдох, по одной причине у меня был дебаф, я крикнул, ебать, ребята, перекройте руки, ебать. Ямика, давайте, Ямика, Притона, Вадикон. Ну, у меня был дебаф, я перекрыл. Вадикон Анреального, идите ресайте. Сразу каску лапу, пристававку не бьем пока. Так, резайте людей, каску лапу пристабав по ним. Щитки на них накидывайте. Давай, ловись, блядь. Все, в принципе, там уже добьем. 10-13 лямов. Не успеет накопить. Просто фулл ДПС ебашим и все. Если только кто-то сдохнет от рук, будет хуёво. 4 ляма. 3 ляма. Чё, заебись. Пойдёт. Пет упал, да? О, маунт, найс. Маунт, заебись. Ой, говорю, пет. Маунт, это самое. Ну ладно, кидайте ролл в таблицу. У кого квест, не забудьте пролутать. Кидайте ролл на Виверну. И не убегайте в портал в каминор. Без ГП? Без ГП? Да, без ГП, конечно. Какое ГП? Да, может это гром гремит? Буря-бай? Буря-бай, сука. Эй, я поставь обратно портал туда же, куда ставил. Ну, может. Так, буря-бай. Наш мать не похож на взрыв. На взрыв не похоже, да и сирену не дают. Ром, микро не забудь. И дождь лупанул. Так, кисти рук, что это такое? Это АРП, блядь. Какая-то параша, блядь. Распыл, я так понял, да? Распыл. Что, мы идем в ТТГ? Да, сейчас посмотрим. Сейчас доразраливаю и подам. Так, что это кольчуга, крит, АРП, блядь. Энхи какие-то, я хуй знает. Тоже распыл, да? Никому не нужная хуйня. Так, ну и самое охуенное. Печать. Портал Каминор ставьте. Ебать там челики печать ролик. Стоит он. Чё там, Лакиса? Так, ПР. Анреальный. После него уже притон идёт. Но сейчас Анреальный забирает. 200. Всё. Сейчас ЕП дам. Массовое начисление. Грул. Р. Да, я прикрывал их.
Ебать ты орёшь. Синтек, это ты так орёшь? Нет, это Равул с тобой орёт. Пуп Синтек орёт. А, это когда он говорил, блядь, говорит, у меня микрофон тут автоматически выключается, да? Сам хуярит. Ты понимаешь, что мы тебя слышим, блядь? Он наебался. Давай, блядь, начинай это играть. Голоса в твоей голове, блядь. Нихуя, давай, начинай на режим рации играть, блядь. А то это не очень. Так, ну чё, полетели в ТТГ, хули? Два гессанита, блядь. Суманите, пожалуйста, Грула кто-нибудь. Я забыл с него этот квестовый там забрать. На Грула сумануть? Да-да-да. А тут Притон уже в портал зашел, нахуй. Так что все, блядь. До следующей недели. В следующий раз заберешь, да, не к спеху, блядь. Канура покидает рейдовую группу. Че, не слышно? Что долететь? ТТГ не пойдет? Блин, ну. Моё не